стало відомо про вимоги МВФ, від виконання яких залежатиме подальша співпраця з Україною. Президент Порошенко зустрічався з керуючим директором МВФ Крістін Лагард. На діловій зустрічі у Давосі було озвучено 20 конкретних вимог, які необхідно виконати терміново, а саме протягом 2 тижнів. Більш детально про вимоги МВФ та чи виконає їх Україна, а також про подальшу співпрацю з міжнародною спільнотою, ми поговоримо з Володимиром Даньком, професором Міжнародного інституту менеджменту. Вітаю вас. Отже, які конкретно вимоги було висунуті до України? Знаете, абсолютно все то, что было написано в меморандуме, последнем меморандуме от апреля 2017 года, ничего более, ничего менее, это была достаточно формальная процедура, которая как бы сводилась к тому, что было напомнено о том, какие обязательства на себя в меморандуме брала Украина. Собственно говоря, сам по себе документ меморандума основной, это всего-навсего 2 странички, ну и порядка 14-15 страниц приложения. Очень важно для людей, которые интересуются сутью вот этих пунктов, кто-то называет 20, кто-то называет 30. Я, честно говоря, не насчитал ни 20, ни 30, поскольку даже нумерации как таковой там нет. Там есть последовательность, да, там есть в этом приложении. Но вот, собственно говоря, о всех пунктах, которые были указаны и представлены на рассмотрение АМФ еще в апреле месяце с просьбой о предоставлении некоторых траншей, а суть о чем? Что я напомню нашим слушателям, Украина в лице президента, вице-премьера и 2 руководителей соответствующих подразделений Национального банка, госпожи Гонтаревой и руководителя Минфина, просили предоставить в 2018 году 4 транша. Приблизительно это одинаковой стоимостью около каждый миллиарда долларов. Они немножко по-другому называются, в СДРах так называемые. Значит, ну смысл такой, около миллиарда долларов. Вот, собственно говоря, вся математика, или даже не математика, а арифметика. Все очень просто. Теперь я бы хотел обратить еще внимание, почему именно вот 4 миллиарда, о чем вообще, о какой сумме идет речь? Потому что в СУИ упоминаются разные цифры, одни цифры какие-то громоподобные, а другие нет. Начиная с 2014 года, программа поддержки украинской экономики, она где-то предполагает направление 17 и несколько больше, 17,2 миллиардов долларов. Вот, собственно говоря, на 2018 год я уже озвучил эту цифру, которая должна зайти. Ну, может быть, было бы интересно понять, для чего это. Дело в том, что АМФ не кредитует реальный сектор. В этом как бы очень большая специфика. То есть АМФ не причастна напрямую к сектору, где создается стоимость в Украине. Как правило, эти деньги предназначены были бы формированию резервов на поддержание стабильности, прежде всего, валюты внутренней. Вот когда мы сложим все показатели за год, вот разложим, скажем, торговый баланс за ним, который платежный баланс идет, то предполагается, что демпфирующим моментом и потребность, дополнительной потребностью валюты в стране, под неважно какие, допустим, под Нафтогаз, под каких-то компании и бизнесы, которые занимаются импортом, вот где-то плюс-минус 4 миллиарда. Хотя это тоже большой вопрос. Если бы в Украине достаточно стимулировался бы внутренний бизнес, который бы занимался развитием экспортного потенциала страны, то, может быть, и потребности в этом не было. Может быть, вообще необходимости заглядывать кому-то, в данном случае АМФ, под ресницы с просьбой выделения вот этой вот суммы, которая, например, 4 миллиарда, и не было необходимости. Ну, так это выглядит коротко. Якщо пройтися по основним вимогам, які все ж таки повинні бути виконані, ваша думка, почнемо, наприклад, з антикорупційного суду. Як ви гадаєте, чи буде він прийнятий за ось цей період, який залишився? Ви розумієте, по поводу антикорупційного суду, там как бы в оригіналі, от якщо почитати в язикі оригіналу, там как бы такого корупційного суду там нет, номер 1, номер 3. Есть перечень определенный. В частности, первый вообще идет как бы реформа. Сейчас коснусь антикоррупционного суда. Это проведение реформ. Смысл этих реформ – приведение затратной части, ту, которую контролирует прежде всего правительство или бюджета, к доходной части. Вот и все. А там, когда вы заглянете, что же является в затратной части? Это пенсионный фонд, это всякие социальные выплаты, которые предполагаются. С пенсионной, по-моему, одно из самых больших дыр, которые вот имеются. Коррупционная же специфика суда. Вот когда
если задуматься, где деньги, которые были выделялись в течение там, 25 лет, особенно даже уже в течение последних лет. Ведь не секрет, что многие деньги просто испарялись в каком-то направлении. Возникает вопрос, куда это испаряется? Это явный криминал, да, это явная коррупция. Хотя, по сути, значит, что понимается коррупцией? Коррупция, например, можно признать и принятие официального дефицитного бюджета. Потому что в результате надо будет покрывать этот бюджет, а это запуск печатного станка. А это как бы все тяжкие, которые пускаются правительство. Это обвинение населения, это падение покупательной способности людей и так далее. Это убийство как бы внутреннего рынка. То есть, что здесь назвать коррупцией? Чиновника, который украл там миллион, два или десять гривен, ну, коррупция. Вот возникает вопрос. Ладно, созданы, допустим, органы, которые отслеживают, возбуждают дела. Что дальше? Есть какие-то присадки? Нет. Поэтому как бы на пике то, что пытаются преподнести вот в Украине, как бы на пике вот этой новостной волны, почему нет присадок, почему не работает эта система. На самом деле, еще раз подчеркиваю, как бы глубинная причина не в этом. Дело не в присадках. Присадить можно все, что кого угодно. Будет ли убит вот этот вот дракон, который позволяет воспроизводить все тяжкие схемы, которые воспроизводятся на сегодняшний день. Вот о чем идет речь, чтобы было понятно со стороны АМФ. АМФу не нужны жертвы как таковые, посаженные люди. Они ставят вопрос, дайте этой системе завершиться, чтобы было понятно, что вы преследуете, вы все-таки наказываете вот эту коррупцию. А еще одно дуже важливе питання – це підвищення цін на газ. Це дуже болюче питання, і особливо для населення потрібно буде виконати цю вимогу. Наскільки можуть піднятися ціни? Давайте так, вот в оригинале это звучит не повышение цен на газ, это называется либерализация цен. И вот целая схема, которая уже в Украине, там, как ее только не называли, и через какие только хабы там, не пытаются пристроить эту цену, на самом деле это абсолютно разные вещи. АМФ сказал, слушайте, если вы открываете рынок и делаете энергетический рынок внутри страны, то, чего не было до сих пор, то тогда необходимо как бы провозгласить и реализовывать принцип либерализации цен. Нигде вы не увидите ни 20%, ни 15%. Если вот все яйцеголовые, которые сидят, командуют этой страной, завтра захотят заработать 30%, то они нагнут всех плательщиков на 30%. Если захотят 12%, это будет 12%. Нет нигде 20%. Есть общее мнение экспертов в этой энергетической сфере, что цены будут повышаться по ряду причин. Еще раз, повышаться для конечных пользователей. Одним там много факторов находятся. И это не среди этих факторов не обязательно, что это повышение входных цен в валюте, скажем, в долларе, в евро, в зависимости от того, где ты покупаешь, на каких хабах. Там есть еще такой фактор, за какую ты валюту покупаешь. Если ты инфлирующая, то явно ты будешь закладывать там инфляционную составляющую. Поэтому предметно говорить, что 20% было как бы предметом разговора, это такого нет. А то, что повышаться будет, это будет повышаться. Насколько? Еще раз, это зависит от жадности тех людей, которые сконструировали определенные схемы, в том числе субсидийную схему, там, немонетизированную, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, собственно, зависит от людей, которые командуют этой страной. Як ви гадаєте, чи будуть виконані взагалі умови і чи отримає Україна наступний транш? Смотрите, в ответі на этот вопрос є два подвопроси. Було б дуже наївно предположити, що прекратяться взаємоотношения страны Украина с Международным валютным фондом. Такого нет, такого не может быть, потому что подписаны определенные документы и отношения не прекратятся. Есть вторая составляющая. Будет ли предоставлены вот эти суммы, которых я 4 транша на 2018 год, которые планируются? Если да, в каком размере и в каком графике? Это уже другой вопрос. Это может быть в частности использовано как элемент как политического давления. Это уже другая история. А коли чекати наступну місію від МВФ? Как правило, они приезжают под выдачу очередного транша. Дело в том, что нужно проверить, проинспектировать, насколько выполняются эти условия. Тобто, можливо, що у лютому можна чекати наступну місію? Формально это было обозначено лютый месяц, да, это февраль где-то формально. Вот если мы увидим первых эмиссаров АМФ, которые приезжают, это очень просто определить. Два учреждения, в которых они сразу заявляются, это есть определенное управление в Национальном банке, есть Министерство финансов. Как только они подтянутся, вы сразу об этом узнаете. Значит, это как лакмусовая бумажка, потому что дальше вот, ну, Лагард, как бы, она не занимается этим, она там сказала общие фразы. Потом есть эмиссары, которые отвечающие за, в частности, за Европу.
Вот они подъезжают, и они должны свое сказать уже резюме, там, были какие-то подвижки или нет. И, собственно, возвращаясь к первоначальному вопросу, вот эти кадровые сотрудники МФ, они должны как бы составить свое мнение в отношении меморандума. Вот и все. И коротенько, ваши прогнозы щодо подальшого співробітництва між Україною та МВФ? Еще раз повторю, оно будет продолжаться, оно никуда не денется. Вопрос, насколько, чтобы, дай Бог, чтобы это не было использование применительно к Украине, как рычагом политического давления, чтобы хватило, скажем, политической мудрости, а с точки зрения Украины, чтобы ну, хотя бы не ухудшали эту ситуацию, потому что вся идея принятия денег или попрошайничества, в хорошем смысле, попрошайничества денег у МФ, это подкрепить себя и обеспечить резервами валютными. Сейчас я не разбираюсь, это в кэше будут, кэшевыми эквивалентами или, там, или высоколиквидными бумагами, это отдельная тема. Подкрепить себя, возможность, если внутренний спрос внутри Украины увеличивается, чтобы эти фонды могли сработать, не допуская давления на гривну. Потому что вот на что на гривну нельзя уже больше никак давить. Это и так уже взрывоопасная ситуация. Дякую вам. Про вимоги МВФ, від виконання яких залежатиме подальша співпраця з Україною, ми говорили з Володимиром Даньком, професором Міжнародного інституту менеджменту.